Накануне в лицее номер 6 состоялось открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». 6 бирских общеобразовательных учреждений представили по одному конкурсанту. Подробности далее. Зал 6-го лицея был полон, а девизом мероприятия стали слова «Учителями славится Россия», а их ученики приносят славу ей. Образование города Бирска на самом деле занимает всегда лидирующие позиции, поэтому все у вас получится. Самое главное, пройдя этот конкурс, вы станете мудрее, вы станете профессиональнее, и вы заявите о себе вот самых высот. Не только города Бирска, я думаю, что вас будут знать и на уровне области. И ваш опыт наверняка пригодится всем педагогам города Бирска. По итогам прошедшего года учителям нашего города вручили почетные грамоты от Законодательного собрания Новосибирской области. Далее были представлены участники начинающегося в этом году очередного всероссийского конкурса «Учитель года». Их всего 6. С каждым конкурсантом пришла группа поддержки – коллеги, ученики и их родители. Вы не только хороший учитель, а настоящий друг нашим детям. Вы не только умеете делить с ними радость, побед, но и горечь первых поражений. Мы желаем вам успеха и считаем, что вы достойны победить в этом конкурсе. Удачи вам! Конкурсная дисциплина первого дня – это творческая презентация каждого из участников. В интересной форме конкурсантки должны были представить свое учебное заведение и рассказать о себе. Я учитель. Но для меня, по прошествии многих лет, это уже не профессия, а образ жизни. Конкурс будет проходить в течение месяца. Участники на площадках разных образовательных учреждений города будут выяснять, кто лучший в нескольких дисциплинах. Напишут эссе «Я учитель», проведут открытый урок, мастер-класс для коллег и мастер-класс для родителей. Когда участвуешь в конкурсе, то развиваешься сам и, соответственно, смотришь, как люди работают другие, есть к чему стремиться. Это как бы один из путей, будем говорить, вот, к своему самообразованию, к своему развитию. Каждый понимает, что участие, а в душе все равно у каждого остается частичка на надежды на победу. Победитель муниципального этапа будет представлять наш город на областном конкурсе «Учитель года».